Сегодняшний форум – первый в обширной программе мероприятий, посвященных предпринимательству. Иркутские специалисты подготовили для бизнесменов информацию о положении дел в сфере потребительского рынка области, в том числе о важном экономическом показателе – обороте розничной торговли на душу населения. В 2012 году в вашем муниципальном образовании этот оборот характеризовался 103, в области 103 тысячи рублей, у вас был 90 тысяч рублей, для чего я вам говорю, а в Иркутске 181 тысяча. Я опять говорю о том, что о ваших резервах и руководству муниципального образования обращаю, что деньги ваши люди оставляют на сегодняшний день в Иркутске. По информации специалистов, Ангарск – один из самых дорогих городов региона. С начала года у нас зарегистрирован рост цен на те продукты питания, которые в целом по области значительно подешевели. Помимо аналитической информации, предприниматели узнали об изменениях в законодательстве. Узнаешь новые законы, которые мы, честно говоря, не всегда читаем. А на сегодняшний день, сейчас первый докладчик выступает с области, руководитель. Я узнаю кое-что нового. А во время обсуждения в холле Дворца культуры были организованы выставки-дегустации местных производителей. В этом году для ангарских предпринимателей к их профессиональному празднику запланирована большая программа. Это круглые столы с участием экспертов, школа руководителей бизнеса и даже корпоративные спартакиады. Наталья Никифорова, Владимир Селиванов. Местное время.